Сейчас прибыл из огорода. Мы не называем здесь дача или сад. У нас называется огород. Понимаешь? Огород. Так же, как вегетососудистой дистонии не существует в окружающем мире, но в России она существует. Там название просто другое. Так же и здесь. Дачи и эти. Это, ну, буржуев, в общем. А простые люди, у простых людей огород и халупа. Ну, у всех у нас простых людей. Ну ладно, я не об этом. Общем, какие у меня, я думал, когда я работал в саду, я думал покончить с собой, потому что я тунеядец и паразит. Каждый раз, когда я полол, каждый сорняк, я видел в нем себя, как я вырываю себя паразита, свое собственное, ну, как будто бы это я, то есть, ну, сорняки, они же мешают, им не место в саду, их нужно. Их я их пропалывал и собирал руками в перчатках в ведро. Затем ведро относил там в изолированную такую металлическую емкость, чтобы они не разросли, не разрастались. И вот я, короче, приговаривал, что вот, наконец-то я победил себя, Александра, ну, то есть победил Александра Фалёниных, художников Александра Фалёниных, недохудожников, паразитов. Теперь нету сорняков. Александр, ну то есть меня нету. Очистил, в общем, от Александра Фалёниных, художников, от паразитов, сорняков очистил. Потом там, когда я еще что-то делали, тоже там. Типа депрессия такая была сильная. Ощущение смерти. Что я никчемный. Хотя бабушка сказала, довольна тем, что я помог. Все успели сделать. Потом теперь по поводу дегенеративные черты лица у меня, ну, по мнению общества, это значит у меня, короче, глаза расположены в разных местах, нос огромный и кривой. Мочки ушей отсутствуют, и уши оттопырены. Что еще там? Рост 180 сантиметров. Ну, то есть я вообще карлик, как бы, там. Ну, короче, я не знаю, много у меня недостатков, по мнению местного общества. Не мужчина там, все такое. А голос у меня писклявый и визжащий. Как бы вот, вы сейчас слышите голос мой. Это по мнению, ну, как бы, людей, некоторых это визжащий, писклявый голос. Я не знаю. Ну, окей. Потом татуировок у меня нету, значит, я не мужчина, то есть. А, еще усы, борода, щетина.
мощно растут у меня, но тот, кто говорил мне, что у меня дегенеративные черты лица, у него не растут, и поэтому он считал, что я не мужчина. Короче, он зациклен на том, что ты должен быть мужчиной там. И еще у меня, ну, у него там какой низкий рост, таз, широкие, узкие плечики. Ну и, короче, он там сильно пытается доказывать, что мужчина, вот и все. И за счет того, что других называют не мужчинами, там, ну да, я не мужчина, ты успокойся, там, попей, выпей пиво, послушай Короля и Шута и этого Кипелова в 2К20, будучи великовозрастным человеком. Нормально. Ну, короче, Россия, она вообще перспективна. Меня здесь одни перспективы ждут. Такие люди окружают, умные. Слушают офигенную музыку. Разбираются в красоте, в эстетике. Там все. Черты лица определяют, все определяют. Если, например, у меня зубы белые, да, и идеально ровные, то мне скажут, что у меня желтые и сгнившие зубы кривые. Ну, так это работает, типа. Понимаешь? Странно, да? Ну, хорошо. Пальцы там у меня слишком утонченные, длинные, немужественные. Нужно, чтобы были как сосисы пальцы. Тогда это будет мужественное. Ну вот, все так здесь устроено, как бы, понимаешь. Это такая культура, менталитет. У меня вообще нет желания за какой компом сидеть и кому-то писать что-то там. А у кого-то есть желание писать там свои признаки, описывать, приписывая другому человеку. Ну, короче. Я не знаю, зачем. Видимо, потому что я не мужчина, а они мужчины там все мужественные. Сидит в офисе, наверное. Я в саду работаю, он сидит, ты сидишь в офисе. Я ничего не имею против тебя, но ты как бы сидишь просто в офисе. Ты настоящий мужчина. Ты не паразит. А если ты чиновник, то ты вообще не паразит. Ты абсолютно не паразит. Это же Жак Фреско сказал. А если ты политик, то ты вообще чиновник там. Ты просто сидишь на заднице на своей. Качаешь задницу свою на стуле. Ты трудолюбивый. Супер там вообще. И ты как бы ненавидишь паразитов, таких как я, да. Ты ничего не создал. Я паразит. Мне некуда картины девать мои. Да, интересный мир. Не похоже, что этот мир логичен. Что это вообще реальный мир. Что еще сказать? Ну, короче, такой вот здесь мир офигенный.
Все здесь отлично. Я думаю, здесь будущее вообще будет просто прекрасно с такими людьми. Вроде бы Хёртов, блогер, говорил об этом тоже. Но меня повредили в роддоме, шейный отдел позвоночника. Я все равно воспитывался бабушкой и мамой, но все равно как-то держусь. И не повезло мне воспитываться отцом, чтобы настоящим мужчиной быть. Не знаю, я там помогал этим пьяным, чтобы не замерзли. И кошкам, котам, потому что я не мужчина. Но, по мнению общества, я сумасшедший. Причем за свои деньги помогал. И они даже не, ну, не знали, кто им помог, что они просыпались вся, ну, в тепле там где-нибудь дома. Ну, короче, не знаю. Я сейчас не знаю, это туху набить, я неохота. Ну, после того, как мне сказали, что я не мужчина, я чувствую комплекс неполноценности, и мне нужно... Ну, то есть мне сказали, ты не мужчина. Значит, надо это туху набить, наверное, чтобы быть мужчиной. На руке. Да. Не знаю. Пиво пить надо, курить сишкой, чтобы быть мужчиной. Сишкой за ухом ходить. Пиво Андрей пить. Будешь мужчина, типа. Все такое. На тачке нужно гонять. Тачку взять. В кредит. Кто не понял, это был небольшой, немного сарказм. Не берите тачку в кредит. То вдруг кто-то подумает всерьез, что надо тачку в кредит брать. Короче, прошу прощения за мой писклявый голос там. И вообще за то, что я агрессивный, писклявый, визжащий голос. Простите. Приходится же вам слушать такое, матерящийся при этом. Такие люди вас вообще не окружают в жизни, только я один, вы меня слушаете. Правильно, что вы меня ненавидите. Если у вас вокруг окружают только идеальные люди, то когда вы слышите мой пищащий, визжащий, агрессивный, патологически агрессивный и матерящийся голос, то, конечно, вы, у вас скрипят зубы. Вы меня не... Вы хотите... Вы, у вас скрипят зубы прям от злости. Да, я понимаю. Я не знаю, что делать. Да, это ужасно. Что еще добавить? Я не смотрю телевизор. Ну, точнее, я его смотрел, чтобы просто показать вам. Продемонстрировать, что там показывают. Какие паттерны закладывают. Остальные игры не играю больше давно, что-то надоело. Не знаю, что произошло со мной.
Может, это постепенно развивалось. И вообще, я сейчас бы сидел, ну еще сколько-то лет назад я бы сейчас сидел, играл в комп, в стратегическую игру. А сейчас я не сижу за компом и не пью кофе, чай, кока-колу или еще что-то такое. Ну, наверное, там девушки гуляют супермэнами. Потому что по сравнению с ними я просто никто. Там вон визжат. И как по обезьяне так. Как будто лягушку смешали с обезьяной, и получился такой вот нечто, и он как бы издает громкий голос, и девчонка смеется там его. Ну, короче, у нас плодятся. Путин правильно сделал, что там пособие, чтобы плодились такие. У нас плодятся нормально. Плодятся там обезьяны смешанные с генетически с лягушкой, он так, так вот, а девчонка, ну, как бы любит его, потому что они любят таких, потому что у него голос, как у лягушки и обезьяны, ну, как будто лягушка смешанная с обезьяной, вот, не знаю, ну, и поэтому он сексуальный, там, для нее, для девушки, для россиянки, наверное, ну, для местных здесь какой-то. Не знаю, короче. Нарожают они там дофига, наверное. Там что еще? Ну, короче, вообще я полный отстой. Полная кошмарных ужасов жизнь моя. Сейчас. Мне надо на утро флоксетин заготовить, потому что я не могу в этом мире существовать, в котором все такие идеальные, а я такой урод, паразит. У меня карликовый рост, гнилые зубы, там все такое, волосы не растут на голове, уши оттопыренные, гигантские, голос визжащий, писклявый, с дефектами речи. Короче, вообще, я, ну, по мнению общества, я не могу здесь ужиться. Я как бы дегенерат, вырожденец, я Александр Ленин. У меня супер антисексуальный и супер отвратительный такой визжащий голосочек, знаешь, такой. Ну, ты слышал, но если не слышал, то тебе повезло. Я слышал таких от одного дизайнера, там, точнее, в парикмахера, хотя называл себя дизайнером, но он нифига не дизайнер. Он так визжал, блин, матерился. И у него бы была девушка при этом. Ну, видно, подруга просто. Не знаю, ну, видимо, это будущее России. Россиянки любят таких. Это нормально. То есть москвичка там. Москвички такие. Что еще добавить? Ну, короче, я умру, и все. Не будет ничего. Ну, а здесь будет дальше продолжаться мир цвести и пахнуть.
прекрасными людьми. Прекрасный мир. Свободы, равенства и братства. Никакого тоталитаризма здесь не будет. Вы не беспокойтесь. Не буду вас огорчать. Сладкие речи вы хотите услышать. Тоталитаризма не будет. Границы откроют. Все будет хорошо. Будут рождаться полуобезьяны, полулягушки. Будут пищать, визжать. Меня занесут в книгу рекордов Гиннесса как самого дегенеративного представителя. Даже непонятно какого рода. Потому что в будущем здесь через несколько поколений будет уже совсем другие существа населять. Ну, настоящие титаны будут населять. Ну, в общем, типа, смесь там, кто-то будет смесью ужа и крота, кто-то будет смесью лягушки и обезьяны, кто-то будет смесью, там, не знаю, тарантула и этого хорька. Ну, короче, вот такое примерно будет. Нормально. Это природа. Красивые, в принципе. Тарантулы красивые. Это хорьки красивые. Бобёр там какой-нибудь или кто там. Крот. Тоже нормально. Я уважительно, толерантно отношусь. Нормально все. Они будут смотреть в книжке там, что вот раньше населяли землю вот такие Александры Алёнины. У них был вот такой голос. Странный. И он чувствовал себя дискомфортно в том мире. Ну понятно. Он не похож на нас. В общем, ладно. Что еще добавить? Там будут повсюду камеры наблюдения, только они будут невидимыми. И летающие дроны с камерами наблюдения, которые идентифицируют на расстоянии сотни километров твою личность. Ну, то есть мир полный свободы будет, идеала, прекрасный мир, свободы, демократии, все такое, как вы любите. Не будет пищащих, визжащих Александров Алёниных, паразитов не будет. Все будет нормально. Все будет отлично. Вообще, я что-то не знаю. А, ну еще там собачка лает, да, вот. Тоже там будет с собачками скрещиваться люди. Ну, россиянки некоторые. С собачками, с червячками. С червем она... Ну, как бы, мужа найдет червяка. Просто из земли выкопит. Вот, будешь моим мужем. Он согласен. Сыграет свадьбу. У них родится получервячок, получеловек. Вот дальше он уже скрестится с какой-нибудь с амебой или с склизняком. Так вот будет развиваться у нас. На улицах вы увидите в будущем у нас тут. Все будет нормально.
прогресс, развитие и все такое нормально. Настоящие люди, а не Александра Алёнина и художники, будут рождаться. Да, меня занесут в красную книгу, как странное, уродливое существо, которого не любила ни одна девушка, ни одна россиянка. И эту книгу будут смотреть один там этот получервяк, лягушка, полутарантул, полукарбан. И он будет так издавать такие звуки. Второй там это лягушка, смешанная с обезьяной. Ну там еще она смешается с кем-то. И он будет так читать красную книгу. Третий, кто будет там. Ну, короче, там все вот такие вот будут нормальные, достойные люди. Каких хотят, какие должны быть при капитализме. Там скунс будет какой-нибудь еще там смешанный с не знаю что. Смешанный с. Даже не знаю, с тараканом. Скунс, ну, смешанный с тараканом, и он вот будет смотреть на меня и говорить, да, действительно урод, Александр Ленин. Вот это действительно урод. Такого россиянки действительно не убили никогда, это правда. И всех будут любить россиянки. Всех вот этих, кого я описал. Еще там будет просто тело такое невменяемое лежать, облеванное, и слушать Король и Шут или Кипелова уже в 2К120 году. Россиянки будут просто слизывать его блевотину, потому что они будут обожать такого, видимо. Еще татуировка у него набита, это значит, что они сразу скажут, вот настоящий мужчина. Ну там, тело, какое тело, там просто такое маленькое тельце с широкими бедрами, узкими плечиками, без бороды, без усов, без волос. Ну, россиянки как бы. Ну, они как бы посмотрят в красную книгу, занесенную, где написано, вот урод Александр Ленин. Художник Александр Ленин, уродец, его никто не любил, и тогда посмотрите на него, и они скажут, фух, вот же был, какие, вот же какие были уроды, скажут, все такое, ничего не создавал, ни о чем не мечтал, ничего не чувствовал, вообще. Полная жесть. Вот так-то будет. Но это кажется абсурдом, но на самом деле так и будет. Еще, если кто-то живет до преклонных лет, там, ну, до 1100 года, может, 1120 года, может, вы увидите такое здесь. Если вас сюда пустят, потому что здесь все будет ограничено, территория поделена, будет все будет ограничено. Ну, не поделена, как тюремный режим будет все здесь. Ну, это нормально, вы не переживайте. Главное, что я плохой человек. Это самое главное. А больше не о чем переживать. Я сдохну.
или желает.